любимые песни. Наши любимые песни. Это наши любимые песни на телеканале «Спас». Домашний концерт. Герой нашей сегодняшней передачи – архимандрит Гермоген. И хотелось бы представить еще одну замечательную певицу. Это заслуженная артистка России Светлана Дятел. Друзья, давайте поаплодируем. Здравствуйте. Глядя на Светочку, сразу можно понять, насколько она любила и любит Людмилу Георгиевну. Ну, конечно, что даже... Конечно. Даже внешний облик, конечно. Она, понимаете, ну, нет. Что-то есть общее абсолютно точно. В 78-м году я пришла к Людмиле Георгиевне, был объявлен конкурс в ансамбль «Россия». Приехала с Советского Союза тогда 3000 певиц. И я стояла в этих коридорах, тогда еще гостиница «Россия», и думала, боже мой, неужели это может случиться, что с Людмилой Георгиевной меня оценит или... Тем более, что я с ней когда-то буду вместе петь дуэтами на сцене. Не то, что вот одна там, и вокальная группа у нас была. Вот. И я стала одной из тысячи, которая стала солисткой ансамбля «Россия» с 23 октября 1978 года. И до 1999 года я была солисткой ансамбля «Россия». Отец Гермоген, Юрочка, Юраша, как его Людмила Георгиевна звала. Юрушка. Они ночами могли вот всю ночь проговорить. Она ему подсказывала там и по фразе, и по песням. Да и вообще она просила у него каких-то вот советов. Не то, что он у нее, а она уже у него. Вот как у сына у своего, правда. И мы дружим. Вот первый раз я услышала его в 90-м году, а потом уже с 97-го года буквально мы дружим вот до сих пор уже очень близко. Поэтому я люблю вас, отец Гермоген. Юрочка, в миру я всегда рада прийти там, где только вы мне скажете. Спасибо, Светочка, я всегда большое. С удовольствием еду, он меня приглашает и на фестивали. Светлана Леонидовна, так вот вы сегодня приехали, у вас же тоже свой музыкальный сюрприз ведь, да? Да, конечно, конечно. Две песни, первая из них «Горят закаты», насколько мы знаем. Поклонилась, слова прощания так и не нашла. Мне показалось, солнце закатилось, по сердцу туча черная прошла. Горят закаты пламенем объяты, алеют ярко, словно маков цвет. А я отдать готова все закаты, а я отдать готова все. Единственный рассвет. Слезами мне бы горькими залиться, припасть к тебе, не поднимая глаз. Но коль судьба с тобой мне разлучится, то лучше раньше, лучше уж сейчас. Горят закаты пламенем объяты, алеют ярко, словно маков цвет.
моя, дате готова все закаты. Моя, дате готова все закаты. За мой один, единственный рассвет. За мой один. Верно, без вина в хмелю была, а песня вдруг взяла и не сложилась, и на мне допетая ушла. До закаты пламенем объяты, алеют ярко, словно маков цвет, а я даде готова все. Спасибо тебе большое, что ты приехала на эту студию, спасибо. Поддержала всех нас, спасибо. Нам всем потому спасибо. Что мы приехали с Урала целым десантом.